Да, вывозит Plains Angel. Обсуждаем о том, что вот он говорит, что не вывожу, да, по факту харизмой своей и техникой. Он вывозит всегда, практически. Здесь мы смотреть не будем. Подожди, бро, подожди. Я вот даже уши не одел, да. Посмотрим, что такое Лерай и Cyber Way. Да, ребята, здесь P8, R8, какой-то альбом. Обложечка у нас тут авария, да. I don't withdraw. Слушай внимательно, что нам предлагает Plains Angel. Мы разбалованы его творчеством. Следовательно, мы слышим и хотим слышать что? Мы хотим слышать качественный текст, интересную историю, разнообразие харизмы и его жесткое мясо, да, на развитии каких-то партов. В принципе, это то, чем он силен. Смотрим. Вот это такой пул артистов, которых, до которых очень тяжело докопаться, там, до техники, вот эта вот вся хуйня, да. То есть люди, которые очень хорошо держат свой стиль и способны реализовывать. Тут уже как конкретная песня ляжет, как она будет по кайфу. Let's go. Бэм. Ну, я просто сейчас перечислил то, к чему мы обычно готовимся, да, на песнях. Plains Angel. Юра. Мой внутренний ребенок, одержимый демон. Я еще помню, красиво. Когда-то у него было сердце. Меня пугают мои мысли и поступки. Кто я без буквы? Три точки проститутки. Красиво. Женщины с Венеры, мыши-байкеры с Марса. Метафизика танца, бары для иностранцев. Озеро боли, в которой я искупаюсь. Когда отключится эйфорическая память. Но все, что ты написал, все, что ты натворил. Арт-терапия для пострадавших от любви. Мы пустим глубже в легкие. Сольемся в поцелуи, если еще ёкает. Красиво. Да, очень много красивых. Не убирайся, я тебя прошу. Моя сумасшедшая жизнь, ты лишь визуальный шум. Не дразни, любовь, я больше не вывожу. Я больше не вывожу, я больше не вывожу. Убирайся, я тебя прошу. Моя сумасшедшая жизнь, ты лишь визуальный шум. Не дразни, любовь, я больше не вывожу. Я больше не вывожу, я больше не вывожу. Недостатки, знаешь, чувством плевать на недостатки. Влажные мечты, ничего в сухом остатке. Важнее всего погода в доме. Как ты себя ведешь, пока твоя подружка в коме. Податливо, неосторожно. Это естественно, от слабости иметь неосторожность. Красиво. Биполярные, популярные. Красиво. Постоянные вестибулярные. Сядь на мое пробитое лицо. В этом лице иксо. Это лицо иксо. И пока я не просох, дура, просто войди в это дебильное кольцо. Ебать. Убирайся, я тебя прошу. Моя сумасшедшая жизнь, ты лишь визуальный шум. Не дразни, любовь, я больше не вывожу. Предложение за 10, да? Убирайся, я тебя прошу. Моя сумасшедшая жизнь, ты лишь визуальный шум. Не дразни, любовь, я больше не вывожу. Как будто эксперимент какой-то для него немного, вот, звучание. Такой прям добротно затюненный эксперимент. Не, мы получили нестандартную, не совсем стандартную песню. Ну, если можно говорить, блядь, стандартную. Просто к тому, что мы привыкли от артиста видеть, да? Но из плюсов он остался верен качественному построению текста. То есть он остался на высоком качестве, Небросова сделал, рассказал свою историю, да. Просто войди в это дебильное кольцо, и пока я не просох, дура, блядь. Просто войди в это дебильное кольцо. Охуеть просто. Ожидание, реальность, да, предложение, блядь. Он станет на колено, блядь. Это будет принц. Дура, блядь, просто войди в это дебильное кольцо. Окей. Убирайся, тебя прошу. Хорошо, бро, хорошо. А, немножечко, в каком-то моменте есть LJ, но
прям вот в словах каких-то, вот чуток просматривается, если говорить про идентику, потому что у него своя идентика бешеная, он обычно ни на кого не похож, что-то похож на него. А здесь он чуть-чуть, вот чуть-чуть, так сказать, но не перешел, да, не перешел грань. Хороший трек, ровный, с интересным текстом. Угу, такая обложечка, да, жесткая. Хм. Припев, куплет. Структура довольно коммерческая, да, структура довольно коммерческая, тюнчик на певке, то есть он, короче, делает в порог вхождения, осознанно и неосознанно, понятия не имею, может быть, просто ему вот по кайфу, да, такую атмосферу крутить, порог вхождения немножечко ниже, да, то есть он остается в своей мощной атмосфере, давит текстом, но припевы на певке делает более мелодичными и, соответственно, не совсем прям давящими до сумасшествия тяжелыми, хотя вот оно есть тяжесть, да, но типа оно все равно более слушабельно, чем вот какая-то его прям экспрессивная грязюка, да. От 1 до 10, друзья. Стилевый пиздец текст, да, 100%. Но я говорю, тут вот тяжело, да, то есть он входит, я говорю, в таких артистов, да. Не знаю, сейчас посмотрим, что на сайте вы там наставили, мне очень интересно. 10 баллов я поставлю за текст в рамках жанра, так тем более, точно. Рад я, что он типа не это, да, не сбавляет оборотов. Много красивых строк, ярких строк, такая прям вот, какая-то, блядь, чувствуется вот сумасшествие какое-то, какое-то вот не про... пока я не просох, да, вот это вот непробудная какая-то пьянка, вот этот заеб бесконечно крутящийся, при этом желание разобраться в каких-то отношениях, в каком-то личном чего-то где-то, то есть я вообще не вижу артиста, стоящего у микрофона, блядь. Я слышу чела, который либо по комнате вот такой ходит, либо, блядь, в машине едет, либо по улице идет, что-то орет, блядь. То есть, вот это, да, то есть вот это все слышно. Круто вообще, круто. Интересно, блядь, интересно. Девять я поставлю, да. Эксперимент тюн, норм. Чуть-чуть LG, норм. Но в целом 9, 5 баллов точно. Здесь четверка, я думаю. Структура ритмика 8. Реализация, хуй знает, что ставить. Задумка. Физика танца, бар для иностранцев. Вот это. Замбар для иностранцев. Озеро боли, в которой я искупаюсь. Когда... А вот искупаюсь уже это прям с его тем. Отключится эйфоричность. Когда отключится. Опять лжи. Эйфорическая память, но все. Опять он, эйфорическая память. Эйфорическая память, но все, что ты написал, все, что ты натворил. Все, что ты натворил. Арт-терапия для пострадавших от любви. Мудавших от любви. Опять он. Да, вот оно, короче, вот. Я говорю, так бам-бам-бам-бам идет, в общем. Но жирно идет. Жирно. Есть немного, да, такого момента. Раз такой, типа, о, блядь, что типа? А, показалось, да? Опять показалось, потому что оно меняется, да? И тут главное в эту сторону сильно не уйти, да, ему, мне кажется. Вот 8-9, я не знаю. Ну, бля, ну не ниже точно. Реализация 9. Спасибо, хорошая песня. Реально, спасибо. Не знаю, я не думаю, что на сайте поставили такие высокие оценки, хотя всякое может быть. Давайте глянем, что там происходит. Если это... Да, вот она здесь. Ох. Окей. Мне почему-то показалось, что воспримут поровнее трек, и не настолько, типа, он залетит, да, пиздата народу. И я со своей придирчивостью в качестве техники, типа, завышу баллы, да. Такая история. Нет, да? Кайф. 80, блядь. 76-75. Вообще все, да, все. Я еще задушил, блядь. А, тут вот 72 за счет того, что 3 трендовость. Текстоориентированный. Да, вообще страшно, пиздец. Здесь 8. Базар, бро, принимается вообще хуйня. Структура ровненькая, это да, это все принимается. Да. Бля, четенько, такой прям. Угу.
А, это который душил, да? Винтанил. Угу, угу. Да, и про деда N-Type. Бля, столько лайков, ебать. Окей, окей, бро, окей. Окей. Сильнейших стояков в плане образов не проседают. Да, 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 100%. 8. Бля, базар, бро, базар. Базар. Вывез полностью. Да, 100%. Принимается пиздатая оценка. Мне очень нравится то, что делает. Да, да. Да, да. Интересно, тексты, составляющие его музыка, это все прекрасно, особенно образы, которые на твердую десятку, да. Пиздата. Мне кажется, охуенный трек для того, чтобы написать какую-нибудь историю, и мы выложим пост в телеграм-канал о том, что артист зарегистрирован на сайте, если вдруг он поставит какие-то фирменные лукасы авторские свои, да, рецензиям, и мы сделаем пост о том, что он вот здесь, да. Он может раскрыть какую-то идею своих экспериментов, написав, да, и это будет, закреплено, да. Это будет закреплено в сообщении сверху. Потому что у нас вот закрепляется комментарий авторов, он автоматически закрепляется, да. Вот, и здесь он, соответственно, висит. Люди смогут понять, увидеть, что это такое. И мы вот выложим пост, да. Соответственно, если здесь еще будут какие-то... Ну, тут тяжело найти, тут 300 рецензий. Вот, авторские лукасы какие-то, в общем. Если будут, все это мы выложим, покажем. Как будто интересный трек для того, чтобы вот презентовать артиста для аудитории, которая, может быть, с ним даже до сих пор не знакома наша. Такой вот байт, короче, да. И, соответственно, Лерая тоже может быть зарегистрирован, и он тоже может ставить фирменные лукасы там, где он продюсер. Вот, на всех этих треках, которые вот он спродюсировал. Тоже там то же самое, да, будет с таким сердечком, кругляшком. Как продюсер он может ставить это делать. Спасибо, друзья, бля, я кайфанул, что это вот так вот. Давайте посмотрим еще, и у нас есть видосик, да, небольшой, снипеточек. Посмотрим, что это такое, let's go. Все, что я натворил. А, прям такой он, да, он не на черном кожаном стиле, а прям на стильке, по-моему, Рики, да, у него на ногах. Здесь, да. Ожидавших от любви. Выпустим дым поглубже в легкие. Сольемся в поцелуй, если еще ёкает. Убирайся, я тебе прошу, моя. Ну прям такой на дрипе, охуеть. Рокки, блядь, точнее, да. На дрипе, да, прям? Он не на этом, не на черных кожаных куртках, да, не на такое прям, не на тяжеляке, а такой вот, на более фэшн, да, дрипе он, короче. Бро, вот честно, это не от меня зависит. Я тебе вот правда говорю, если будет возможность. Если люди вот проголосуют вот здесь за альбомы, да, я разберу. Просто будет некорректно с моей стороны, если я буду выборочно разбирать там кого-то, да, знаешь, типа без победы, а остальные в голосовании. Бывает такое, что я реально хочу какие-то пиздец релизы разобрать, но я офу ебало для того, чтобы не байтить голосование, и чтобы реально, что люди выбрали, то и разбирается. Какие-то из альбомов, которые мы не доходим, я такой, бля, хуёво, что не дошли. Хорошо, что они хотя бы бывают на сайте, и ребята пишут на них рецензии. Ну, бля, бро. По поводу Капсайза уже говорили, бро, то же самое. Сейчас идет голосование, и там, соответственно, 18% на 18% еле плак с Капсайзом зарубается. Не байчу тебя. Я когда последний раз увидел, два разница, блядь, голоса было. Два голоса. Вот здесь, бро. Не пиздешь. Может быть, сейчас что-то поменялось. Вот. Но сегодня я одержал альбом «Победу под шубой», да, ВК, поэтому нет. Хьюго Альбик. Вот, блядь, бро, вот это один из альбомов, который мне жаль, что я не послушал, например, понимаешь? Вот, вот, если уж говорить конкретно, мне жаль. Ну, вот чё, блядь, ну не набрал он, ну хули делать. Хуёво, что Хьюго Лауда не послушал. Да, хуёво. Ну чё я, чё? Такой, так, ну вы не выбрали, типа, ну похуй, я послушаю, блядь. А чё, блядь, бро, а чё так можно было? Понимаете? Поэтому, сорян. Поэтому не от это. Другой образ. Я ожидал увидеть другой образ. Нихуя себе. Нихуя себе. Давай то, еще раз. Написал, целиком. Все, что я натворил. Арт-терапия для пострадавших от любви. Мы пустим дым поглубже в легкие. Сольемся в поцелуи, если еще ёкает. Убирайся, я тебе прошу. Моя сумасшедшая жизнь. Ты лишь визуальный шум. Не дразни. Ну да, мягкий вайб. Непривычно Юру видеть таким. Круто. Круто.
Прикольно. Охуенно. Спасибо большое. Ждем развития такого более жизнеутверждающего стиля. Хотя, судя по песне, тут тоже мало жизнеутверждающей радости, да. Но исходя из вот того, что мы видим на визуале, как будто, ну. Чуть-чуть в другую сторону пошло. Прикольно. Хороший вектор творчества. Спасибо. Ждем развития. Кайф.